вечеру вытащим. А кто вас будет вытаскивать из этой истории? А вы, извините, кто будете? Товарищ. А я, товарищ председатель комиссии по вашему бегемоту. Достаточно? Почему он у вас утонул? Григорий Иванович, неопытный водитель-механик сошел с трассы. Болото же. Не надо. При чем тут болото? Вы же сами прекрасно понимаете, что этот танк ни к черту не годится. Тогда на кой же черт вы его делали? Григорий Иванович, будем справедливы. Товарища Кошкина совсем недавно назначили вести этот проект, и то в связи с болезнью товарища Войцеховского. А меня не интересует, кто у вас здесь болен, а кто здоров. Почему двигатель захлебнулся? Перетяжелили? А вы что, сами не видите? На узкую гусеницу навесить многотонную броню. Опорные катки летят, не выдерживают. Уже при скорости в 30 километров двигатели сдают. Ясно одно. Нельзя взять схему и двигатель легкого танка, навесить на него броню тяжелого, чтобы в результате получился новый танк, средний. Это ошибка. Чья? Моя. И вы полагаете, что вы имеете право на такие ошибки? А почему бы и нет? В танкостроении пока мы все самоучки. Ищем, работаем. Это вы называете работой? Мне говорили, что вы прежде в директорах Вятской кондитерской фабрики ходили. Да, я был кондитером. И знаете, неплохим. Как же вы попали, конструкторы? Меня направили в Ленинградский технологический институт в счет партыщи. Это, кажется, вас еще студентом рекомендовал на работу в ЭТКБ товарищ Киров. В данном случае это не имеет никакого принципиального значения. Какова ваша личная доля в проекте этого крейсера? Я принял КБ. И всю ответственность беру на себя. И прошу не искать других виновных. Ну что ж, будем считать, что это действительно ваша первая и последняя ошибка. Надеюсь, пока я в числе других занимаюсь вооружением РККА, больше с вами не встречаться. Занимайтесь публиками, товарищ Кошкин. И считайте, что легко отделались. Ну, что делать будем, Михаил Ильич? Thank you.
Огорошили, Миша. Огорошили, дорогой. Но ведь проект не вызывал совершенно никаких сомнений. Я устал, Семен Семенович. Скажите откровенно, а неужели вы не предполагали, чем все это дело кончится? Во всяком случае, для меня, болотом. Я не понимаю. Я не понимаю, о чем вы говорите. А чем вы больны, Семен Семенович? А, что-то нудное и очень сложное. Обойдется, Миша, обойдется. Поверьте моему опыту. Мы, инженеры, в силе. Потом, если правду сказать, нас, танковых конструкторов, по пальцам можно сосчитать. Какая гадость. Прошу. А хотите, я скажу, чем вы больны? Нотишь. Вы больны страхом. Страхом неудачи. Интересно. Я слушаю вас. Видите ли, Семен Семенович, я пришел к вам в КБ как ученик к учителю. Мне казалось, что вы не можете ошибаться. Но вы давно уже знали, что на этот раз получился прокол. Что конструкция была мертворожденной. Да, мертворожденной. И когда вы убедились в этом, вы просто взяли и ушли, тем самым поставив под удар меня. Ну, хотя внешне выглядело все пристойно. Рост кадров, выдвижение молодых. Если вы не заметили изъянов в проекте, значит, вы плохой инженер, Миша. Я жалел вас, Семен Семенович. Я думал, что вы просто устали, что вы выдохлись, что я смогу спасти ваш танк. Скольких трудов мне стоило добиться того, чтобы он хотя бы сдвинулся с этого проклятого места, для того, чтобы он не сдох на первом же километре. Вы что, осуждаете меня? Нет, я вас не осуждаю, но я понял. Поняли. Понял, что в нашей профессии нельзя никого жалеть. Сегодня ты пожалел товарища по профессии, а завтра... В бою ни в чем не повинные люди собственной кровью будут расплачиваться. Нельзя никого жалеть и в первую очередь самого себя. На глазах просто растете. Горжусь вами, рад за вас. Не надо, Семен Семенович. Вы знаете, а я сегодня вас ждал на трассе в болоте. Я думал, что вы все-таки придете. Зачем? Послушайте, Миша, нельзя же быть таким прямолинейным. Дуняша! Да, Семен Семенович. Чайку нам. Хорошо. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте, Дуняша. Ой, Миша, Миша, друг вы мой дорогой, как и в каждом деле, у нас тоже есть свои стратегии, тактика. Фу. Ну, как вы не можете понять? Вот вы имеете право на ошибку, я нет. Вам могут простить все, мне ничего. Почему? Почему?
Почему? Всем ведомо, вы инженерно молод, новичок, вы движенец. Но не только это, вы участник гражданской войны. Вы были ранены, вы где-то под Старицыным строчили из пулемета. Да не строчил я. Но это мелочи. Все это мелочи. И вы потом бывший член какого-то вятского губкома. Потом вы же партиец. Вам партия приказала стать инженером, конструктором. Вы им стали. Ну, вернее, будет сказать, становитесь. А кто я такой? Кто я такой? Почти старик. Достаточно сложным прошлым. Я, знаете ли, нужен тогда, когда вас нет. Ну, а теперь-то вы вернетесь в КБ? Безусловно. Безусловно. Ясно. Значит, я мордой об стола, вы на белом коне. Миш, ну зачем? Это же слишком, Миш. Я же всегда подчеркиваю. Я всегда подчеркивал, что у вас есть дар, Миш. Я даже больше скажу, у вас талант. Нет, ну я удивляюсь. Вы знаете, у вас... Вы как-то... Вы можете одним взглядом охватить всю конструкцию. Хватит, Семен Семенович. Я вас очень прошу, верните мне мои чертежи. Ну что ж. Я сейчас принесу. Вы простите меня, Михаил Ильич, но ваш собственный проектец, ваши наброски, все это очень сыро. Очень сыро. Конечно, если бы вы пожелали, я мог вам помочь. Нет, я сам. Жаль. А вы не боитесь? Ведь конструктор имеет право на ошибку только один раз. Ошибки не будет, будет танк. Выслушайте мой совет, Михаил Ильич. Бросьте все это дело. Бросьте, пока не поздно. Инженер из вас может получиться неплохой. Конструктор никогда. Это не только математика. Это что-то еще в самом человеке. У вас этого, Миша, нет. А чай, Михаил Ильич? Спасибо, Танюша. Миша! 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 Послушайте меня, вам будет очень плохо. Миша, очень плохо. Ну что ж, ты помнишь наши встречи в Приморском городе на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан в цвету, а нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как... Ох, и замерз я на этом полигоне. Морозище. А по-моему, Григорий Иванович, это не занятие для вас лично рычагами ворочать. А, ну уж, брат, пробовать на зуб так пробовать. Ну, что у нас там на сегодня? Спасибо. Так. Давай, читай. Так, список образцов новой техники. Нужно заказывать пропуска на показ на 17 марта. Что, показываем в Кремле? Так точно. Читай. КБ конструктора Кошкина с Южного завода. К показу готово. Погоди-ка. Ну-ка, дай. Когда-то я думал, что больше с этим человеком мне встречаться не доведется. И вот опять Кошкин, а?
На показе его танка настаивает наркомат машиностроения. Считает, машина готова. Вот так будет лучше. Подождем. Отправь телеграмму от моего имени. И уж завод. Директор. Копия начальника отдела перевозок. Есть, Григорий Иванович. Товарищ наркома, майор Гаевой по вашему приказанию прибыл. А, Павел. Прекрасно. Вот именно ты мне и нужен. Здрасте, Михаил Ильич. Здрасте, Ирина Петровна. На вокзал. На вокзал. И побыстрее. Михаил Ильич! Все! Все, Михаил Ильич, не дали! Что не дали, кто не дал? Почему ты здесь? Почему ты не на станции? Ты же должен сопровождать. Что я должен сопровождать? Что, Михаил Ильич? Как что? Танки! Да другие танки ушли. Подожди, подожди, где машины? Да я же говорю вам, ушел эшелон на Москву. Погрузили, только не наши легкие, а наши опытные остались. Как остались? Так, запретили грузить. Кто запретил? Директор завода. Кто? Сказали, директор завода. Что делать-то будем, а, Михаил Ильич? Что все это значит? Ты успокойся, Михаил Ильич. Садись. Ничего, я постою. Отменили отправку танков. Понимаешь? Ничего. Покажем в мае, в июне, через полгода. И все. Нет этих у меня полгода, нет. Ни у кого из нас их нет. За кресло свое боишься. Эх, Иван. Ваня. А вот про кресло не стоит. Вот. Телеграмма из наркомата обороны. О, интересно. Так, отправку танка Т-34. Правительственной комиссии. А также выезд конструктора. Это меня, значит, да? Москву категорически запрещаю. А, товарищ Рогозин, скажите, пожалуйста, а там никакой другой телеграммы насчет того, что меня по боку отсюда нет? А? Нет. Тогда простите. Кому? Начальнику военных перевозок. Ничего. Если даже вечером погрузимся, успеем. Пусть не спецэшелоном, к любому товарнику подцепимся. Алло! Напрасно беспокоитесь, товарищ Кошкин. Кто это? Товарищ Гаевой. Только что прилетел из Москвы. Спецуполномоченный наркомата обороны. Григорий Иванович уже звонил. Просил принять. Не понимаю, как вы долетели в такую погоду. Раз приказано, долетел. Телеграмма послана в два адреса. Директору завода, вот нему. И копия начальнику перевозок. Тому самому, которому вы звонить собираетесь. Извините, не понял. Сейчас поймете. На седьмом? Хорошо. Хорошо, сейчас иду. Не ершись, Михаил. Позвольте уточнить. Наркомат определил вам срок сдачи танка Т-34 и количество машин 11 единиц. Есть они у вас? Пока только две. Понятно. Но о причинах можете не говорить, я их знаю. Из Карелии, с фронта на ваш завод поступает танковая техника для ремонта. Цеха перегружены. Так... Простите, товарищ майор. Скажите, а как мне расценивать ваш приезд?
как недоверие к машине или недоверие ко мне лично? Доверие, товарищ Кошкин, на гусеницы наматывать надо. А вот данные. На сегодняшний день сколько пробега у ваших 34-ок? По 1000 километров. На каждую. А полагается по инструкции. По 3000 километров. На каждую. Никто не позволит вам вводить в заблуждение самые высокие инстанции, затевая показ машины, которая не прошла нормальные заводские испытания. Ну что там, ребята? Да непонятно. Спец какой-то прибыл из Москвы. Ну? Танкист. А, танкист? Ну так чего ж, должен понимать. Что ж теперь, товарищи? Было ведь как праздник. Да ладно тебе, паникерша. Ну что, чижики, отрезали вам крылышки? Москва слезам не верит, а обещаниям тем более. Слушайте, Михаил Ильич едет или нет? Поезд уйдет. А его поезд, кажется, уже ушел. Ох, и злой человек, товарищ Степанович. А начальники производства добрыми не бывают. Должность такая. Доброе утро, Михаил Ильич. Здрасте, Антон Павлович. Нет, Павел Иванович, никаких гостиниц. Мой дом, твой дом. Ну. Жена будет очень рада. Ты знаешь, я ей много рассказывал о нас. О детдоме, о рабфаке. Ты хоть коммуну-то нашу помнишь, а? Ну, пошли, пошли. Погоди, успеете. Слушай, Антон, ты мне вот что скажи. Что это за человек ваш Кошкин? Понимаешь, Рогозин требует повторить все заводские испытания. Еще раз. В моем присутствии я прикинул это 3 месяца. С ним работать-то хоть можно? Что тебе сказать? Ну, кто я такой? Ну, какой-то начальник производства. Ну-ну-ну. А он кто? Главный конструктор. Творец. Ну, пошли. Галина ждет. Пошли. Погоди, 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 погоди. Я еще такого ни разу не видел. Башня какая-то странная. Вообще... любопытная геометрия. Лобовая броня с наклоном. Следовательно, по идее, снаряд, попадая под углом, должен срабатывать на рикошет. Вы сами-то бронебойными пробовали? Обстреливали? С каких дистанций? Ну что ты молчишь? Вот что, Паша. Тебя зачем сюда прислали? Разбираться? Ну и валяй. А мое отношение к этому, мое личное отношение. Ну, все-таки. Ты же специалист, да еще какой. Вы меня простите, Михаил Ильич. Но я ничего не понимаю. За что же нас так? Да это не вас, это меня. За старые грехи плачу. Видно, помнит еще мой завал в Ленинграде. Это когда вы свой первый танк утопили? Это я не танк, а что-то большее утопил. Ну, бросьте, Михаил Ильич. Какие-то недотепы приварили вам клеймо неудачника. Неудачника? Да, но мы-то ведь знаем, правда. Ведь все знают, что это неправда. Эх, Маринка, Маринка, при чем здесь я?
Ну при чем здесь я? Они же машину грубят. Ей не доверяют. Что такие невеселые? Случилось что-нибудь? Прошу внимания. Значит так. Вот это мы. А вон там Москва. Что это значит? Необходимо это для пробега 1000 километров. Условия? Условия прекрасны. Бездорожье, снег, мороз. Что из этого следует? Из этого следует, что в Москву мы пойдем своим ходом. Как своим ходом? А вот так. А поведет кто? Ты. Я. А что и я? Мы. Ура! Потом в Москве ура крикнешь, если дойдем. Так. Отходим завтра в 4 утра. Танки надо замаскировать, чтобы никто не понял, что это такое. А теперь к делу. Первое горючее. На чем везти? Как? Сколько? Ну, какие будут предложения? Хороший охотник не торопится, зато с удачей возвращается. Ты с ума сошел! Но это не только моя машина, но и твоя! Наша, всего завода! Что я сообщу в наркомат? Я еще главный конструктор или кто? Надолго ли? Иван, ты что, боишься? Ты понимаешь, что творишь? Вывести за ворота завода секретную технику и гнать ее через всю Россию! Ночами пойдем, полями, проселками. Маскировка будет отменная, сам проверишь. Да за то, что я тебя выпустил за ворота завода, меня обвинят в головотяпстве. Это в лучшем случае. Ты пойми, что в жизни бывают такие ситуации, когда мы не имеем права думать о том, что с нами будет завтра. Ты же знаешь, как нам досталась эта машина. Без утвержденного проекта. На одном энтузиазме. Люди мечтали, люди работали по ночам. Они работали, они понимали. А ты что, не понимаешь? Мы не имеем права ждать. Это не только моя машина, но и твоя. А завтра что? Чем мы Гитлера встретим? Что я Гайвому скажу? За ним Рогозин, вооруженцы, армия. Что ты от меня-то хочешь? Мудрости, Ваня. Мудрости? Мудрости. Угу. Ты же мудрый человек, да. Иван. Надо промолчать. Всего одну ночь до утра. Иногда высшая мудрость состоит в том, чтобы промолчать. Что-то я не вижу, чтобы ты... Сам следовал своим советам. Оставь меня в покое! Иван, мы же коммунисты. Мы должны быть диалектикой. Обойдем мы их на день, на час, мы же выстоим. Опередят они нас на миллиметр брони, на лишний килограмм горючего, на лишний снаряд в боезапасе и нам крышка. Ну, не крышка. Кровь потери. Говорил мне когда-то Серго. Умный, мол, Кошкин человек, интеллигентный, воспитанный, легко будет работать. И это называется легко.
Запасные аккумуляторы возьми. Сам знаешь, мало ли что. Вань. И все. Я уже взял. Посмотрит другой. И все. Давай, неси перо. Ты что сегодня какая-то не такая, Галь? Такая, не такая. Взялась помогать. Да, повезло тебе, Паша. Повезло. Но мы ведь тоже не лыком шиты. Ведь вы в Испании на наших БТшках воевали. Ну а как же? Это же мы их клепали, мы их клепали. Начальник производства такого завода, это, брат, не шутка. Так что я на судьбу не жалуюсь. Жалуешься? Галя, ну зачем же так? Ведь Паша, черт знает, что про меня подумает. Ой, извините, пожалуйста, у меня там чайник кипит. Я, Павел Иванович, сижу в заводском медпункте. И к вашим броневым делам имею отношение косвенное. Но я хорошо знаю своего мужа. Да, я его знаю, может быть, даже лучше, чем он сам себя. И вы должны. Так вот, знаете, все, что сказал или скажет Антон Прокошкина, это несерьезно. Почему? Он ему просто завидует. Кто, я? Да. Я? Ты до сих пор не можешь примириться с мыслью, что его назначили главным вместо тебя. Ты уже поздравления принимал. Он уже табличку приготовил. А, Степай. Ну, было, было, ну, было. Но самое грустное в том, что мой муж так до сих пор и не понял, что иначе и быть не могло. Да брось ты, могло, не могло. Просто это наша привычка. Искать гениев на стороне. Варягов. Другим ничего. А ему целое КБ. Фактически целый завод на тарелочке. В таких условиях любой прогремит. Нет, не любой, Антон. Ты прекрасный, дотошный и напористый исполнитель. Но тебе всегда надо за кем-то идти. Тогда у тебя все в порядке, все в норме. А он... Ну, за ним идут, понимаете? За ним. Вы извините. Просто по заводу слух прошел, что вы приехали новую машину закрывать. Ну, а если машину, значит, и Кошкина. Я вижу, Галина Юрьевна, вы как-то слишком близко принимаете к сердцу все, что касается главного конструктора. Ага, принимаю. Знаете, когда он приехал, как-то все переменилось, задвигалось, забурлило, что ли. Стало трудно, но интересно. Я в танках мало разбираюсь, но я просто слушаю, что говорят о человеке, смотрю на него. Главное, когда есть цель, смысл жизни, работы. Наверное, он не очень замечает людей, которые с ним рядом. Но ведь люди за ним идут. По-моему, это самое главное, когда есть человек, за которым можно идти.
Миша. Не надо. Я же знаю. Не спишь. Сплю. Как бы я хотела, чтобы ты проспал и опоздал на поезд. И чтобы в Москве все обошлось без тебя. Без меня не выйдет. А тебе надо ругать на счастье? Ругай. Не помешай. А ты помнишь, как мы жили в Вятке? Так было спокойно, тихо. Не надо, Вера, не надо. Почему? Потому. Я у тебя кто? Талант. Поэтому терпи. Я терплю. Смотри, за куст зеленый дорожись теперь собой, и ставит мой заряженный черный волк. Я не твой. Пистолет мой заряженный. Паш.
Эх, черный ворон. Что? Ты женат? Нет. Ну и умница. Синицы. А, галстук-то чей? Каменицкий дал. Ну, а шляпа? А шляпа папина. А, вы куда собрались? В Москву. Что, фокстрот танцевать? Михайлович, так это же Москва. А ну, переодеть его быстро. По машинам, товарищи! Что такого? Ну что? Михаил Ильич. Нет, Маринка, ты останешься здесь. На связь. Понимаешь? Ну. Иди. Военпред, Ходжиков, ты что? Перед такой дорогой надо говорить добрые слова, Михаил Ильич. Таков обычай. Опаздывать изволите, Галина Юрьевна. Где медикаменты? Вот здесь. Все, что понадобится, здесь. Хорошо, чтобы это не понадобилось. Да, конечно. Где ваш Антон? Майор Гаевой у нас в гостях. Хороший это обычай. То есть? В гости ходить? Не знаю. Ну, я пойду. Обязательно. Ну, Иван, не пуха. К черту.
Ваш наркомат машиностроения, Александр Николаевич, покоя мне не дает с этим кошкой. Побалуемся-ка чайком. Прошу. Володя мой, мастак по части заварки чая. Молодец. И все-таки, Григорий Иванович, я хочу знать, почему вы запретили показ танка Т-34 в Кремле? А потому и запретил, Александр Николаевич, что в Кремле. Наш наркомат представляет средний танк конструктора Кошкина. А вы знаете, мне ведь все равно, кто конструктор. Кошкин, Мышкин. Ну да. У вас с конструкторами всегда были, мягко говоря, сложные отношения. Я знаю Кошкина. Он нетерпелив. Ему, наверное, как каждому конструктору, кажется, что лучше его машины нет и не бывало. Так действительно, лучше не бывало. Возможно. Но я не имею права на показ в Кремле. Машине, которая не прошла всех положенных испытаний. Григорий Иванович, лучший полигон для танка – это бой. Вы считаете, что Т-34 не прошла испытаний, но Кошкин тоже так считает. Поэтому он хочет, чтобы обе машины 17 марта из Москвы попали на Карельский фронт. В огонь, в снег, в болото. Машина, которая не имеет полного объема испытаний, для меня не существует. Григорий Иванович, возьмите, пожалуйста, трубку. Там майор Гаевой с Южного пробивается. Слышимость скверная. Алло, алло. Это какой Гаевой? Прирожденный танкист. Горел, лобовую на таран ходил. Вот ему я верю, как самому себе. Алло, алло. Да, я. Кто? Кто позволил? Молодец. А вы где были? Так. Ну вот что. Догнать и вернуть. Немедленно. Авантюрист. Он что, в историю хочет на своем танке въехать? Он у меня въедет в историю. Слушаю вас. Ты что, рехнулся, Иван? Что случилось, Григорий Иванович? Я тебя спрашиваю, ты с ума сошел? Я все обдумал. Назад пути нет. Я найду тебе дорожку. Кошкин 17-го будет в Москве. С танками. О Кошкине не беспокойся. Бери документацию, степаря и немедленно ко мне. И учти, Иван, вся теперь ответственность ложится на тебя.
под весенним родным небосклоном даже старые клёны цветут. Можно быть очень важным ученым и играть с пионером на круг. Как же тот друг тату, старый клён и в цвету, почему растолкуйте вы мне? Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране. Внимание! Раз! Иннокентию Синицыну ура! Ура! Спите. О, доктор пришел! Угощайтесь, Галина Юрьевна. Да берите, берите. Вы что думаете, это просто бублики? Это совсем не просто бублики. А почему? Наградные, Галина Юрьевна. Я ж у нас сегодня очень трудный орешек раскусил. Вы уж извините, я тут за стенкой сижу. А у вас так весело. А мы заметили соседку у нас. А в медпункте у нее тихо и скучно. Ну вот, наконец-то и зашли. Представьте, Галина Юрьевна, вот спит сейчас в своей Германии создатель танка, великий несравненный Порше, и даже не представляет, что вот здесь вот какие-то типы не спят. И ему большую неприятность готовят. Здрасте. А я-то ее ищу по всему заводу. Ну что, вашим добровольцам уже медицинская помощь понадобилась, Михаил Ильич? Да нет, я просто так зашла. Все в игрушечки играетесь. Ну как же так? Нашумели, накричали, наш танк, наш танк. А где он, ваш танк? Этот, что ли? Почти. Черт, ты что. А вы что, всерьез надеетесь увидеть это в металле? Thank you.
где же все-таки мне их искать? Сидят ведь где-нибудь. А вы уверены, что сидят? Думаете, идут? Брось. Ни одна машина по такому бездорожью и при таком морозе 100 километров не пропашет. Двигатели застынут, и все, баста. Где же, черт побери, мне их перехватить? На вашем месте я бы вообще не искал. Но в Москве уж разберутся, кто прав, кто виноват. Я или... Степань. Я-то здесь при чем? Я вообще ничего не знал. Ну как же так? Неужели супруга тебе не сказала, куда она собралась? Нет, я понимаю твой юмор. Я-то понимаю. А вот интересно, как ты в Москве перед Рогозиным улыбнешься. Нас же в Москву вызвали со всей документацией по 34-ке ничьи распевать. А что, собственно, происходит? Вот товарищ Гаевой, представитель заказчика, заявил, что доверие надо на гусеницы наматывать. Правильно, Павел Иванович? Да. Вот они и наматывают. А если серьезно, 17-го танки должны быть и будут в Москве. Я в это верю. Вроде тракторов. На гусеницах 3. Нет, не видела. Тогда придется вам здесь подождать. Другого переезда нет, через рельсы не пойдут. Благодарю. Здравствуйте, Нюра. Здравствуйте. Может так случиться, что мне тут у вас денька 2 переждать придется, не возражаете? А я разве против? Грейтесь, проходите в мою будку. Благодарю. Располагайтесь, а я сейчас чайку поставлю. Юрок! Ну и что все это значит?
Ну и что все это значит? Это я вас должен спросить. Что все это значит? Михаил Ильич! Почему стоим? Салют, комарада! Товарищ Пабло! Витер! Эх, Михаил Ильич, это же Гаевой, наш майор. Мы с ним испанцы. Буэнос диас, комарада! Компаньера! До встречи, Михаил Ильич, это же надо, а? Погоди, радоваться. Я так думаю, что товарищ перехватил нас, как самовольщиков, чтобы отправить обратно на завод. Как назад? Брось ты. Правда, Жора? А, вот оно как выходит. Жаль. Но извините, товарищ майор. Вот. Товарищи, может, погреетесь? У меня картошка есть. Спасибо, Нюра. Спасибо, мы спешим. Понимаю. Ага. Вы меня простите. Ну, спросить можно? Вы, я вижу, люди военные, непростые. И все это тоже, видать, неспроста. Так скажите прямо, война будет, да? Будет. Так, значит. Вы поймите меня, Павел Иванович. Поскольку вам приказано присутствовать на всех испытаниях машины, я не против. Но я вынужден быть формалистом. Машина не взята на вооружение, она наша, заводская. Ну, лично вы можете рассматривать ее как новую модель снаповязалки. Вы не имеете никаких полномочий нас задерживать. Да имею, имею. И вы все это прекрасно знаете. Ну, тогда я вас прошу. Понимаете, я вас очень прошу. Значит так, можете идти, но при одном условии. При первой же серьезной поломке марш прекращается. И домой, без всяких возражений. Только так, Михаил Ильич. Принято. Я иду с вами. Прошу вас. Никаких известий не получено, Григорий Иванович. Может, все-таки идут черти, а? Или их ГВ перехватил? Ну-ка, звони еще. Thank you.
Галина Юрьевна, вы же смертельно устали. Тут неподалеку, километрах в 5, полустанок, поезда ходят. Не надо. Заботитесь? Зачем? Вы на себя посмотрите. А что? По-моему, не так уж страшна. Да я не об этом. Да я тоже не об этом, Павел Иванович. Так, свои заботы. Мне это нужно. Понимаете, мне. Что нужно? А все. Они железо на излом пробуют, а я себя. Имею я право знать. Могу, выдержу. Не раскисла в своей тихой заводе. Выходит, тоже испытание? Да выходит. Не сомневайся, Михаил Ильич. Все уладится. Я не сомневаюсь, я думаю. От чего теперь думать? Танк мы сотворили. Идем. Стоим больше. А-а-а. Не гневи судьбу. Любая другая машина давно бы уже пардону запросила. Увязла бы по брюхо. А мы себе идем. Что? Мало? Да. Посмотрел бы сейчас на меня мой бывший шеф. Кто это? Да был такой. Скажите со мной поздороваться. А, Семен Семенович, добрый день. Вы теперь эксперт? Каждому свое. Что ж так, вторую неделю на заводе занимаетесь нашим танком и не нашли времени, чтобы меня найти. А я должен ознакомиться с танками, а с вами уж я имел удовольствие быть знакомым. Да, Михаил Ильич, недооценил я вас. Из рук выпустил. А ведь могли бы с вами вместе, а вот теперь видите. Да. Да, что было, то было. А ведь это действительно необыкновенный танк. Ничего подобного в мировом танкостроении, уж поверьте мне, еще нет. Да, далеко шагнули. Далеко. Я потрясен. Михаил Ильич, я прошу вас, примите мое искреннее поздравление. Рано. Впереди еще испытания и заводские государства. Я не ошибаюсь. Если что у меня и осталось, так это интуиция. Важна слава и все прочие приятные приложения, которые с ней связаны. О, кто как не я, понимаю это неповторимое, радостное слово. Мой танк. Да не мой, а наш. КБ, завода, Морозова, Цыганкова, Кучеренко. Цыганков, конструктор, не знаю такого. Семен Семенович. Берите. Что именно? Все берите. Только доводите. Доказывайте, бейтесь, утверждайте, защищайте. Я надеюсь,
Михаил Ильич, вы это не всерьез? Вы правы. Неужели вы до сих пор еще не поняли, что мне абсолютно плевать, чье имя будет носить вот эта машина, мое или ваше, или чье-то другое? Главное, что она есть. Она живет. И, может быть, будет очень полезной. Если меня сейчас ненароком вдруг турнут, я за судьбу этой машины абсолютно спокоен. Потому что есть люди, которые доведут ее до серийного производства. Доведут. А вот вам бы я ее никогда не доверил. А вы никак не можете простить мне ту историю? Нет, за ту историю я вам должен сказать спасибо. Вот как? Да, ведь благодаря вам я понял, что такое конструктор. Есть в жизни такие склизкие словечки. Чего изволить? Вот я смотрел на вас и видел, как вы собственными руками гробите свои же творения. Артиллеристы попросили усилить вас огневую мощь. Пожалуйста. И вы громоздите 3 башни. Попросили вас нарастить броню. Это тоже возможно. Все возможно. И вы преподали мне урок. Надо стоять на своем. Видите ли, конструктор — это не только цифир, геометрия и сопромат. Это что-то еще. Я, кажется, это понял. Михаил Ильич, вот. Извините. Ну вот. Михаил Ильич, это кто? Так, осторожно. Михаил Ильич. Так больше нельзя. Это ты о чем? Мы идем по просеке, оврагам и пашням. Ради чего? Есть шоссе, голые. Ну кто в такую метель дорогу пойдет, кроме нас? Нас же никто не увидит. А ты в Испании фашистские танки жил. На асфальте. А при чем тут Испания? А если воевать придется, ты думаешь, на шоссе? Михаил Ильич, пока мы вот тут будем болтаться по проселкам, мы не то что 1000 километров. Мы до Москвы все 1,5 намотаем. Тихо, Галина Юрьевна. И не успеем к 17-му. Как там дизеля? Пока нормально.
роса и черемух серебряный линий жемчугами украсит роса. Ну, как там на разъезде? Черт знает что. Связи с Москвой нет. Провода пообрывало. Вы давно военпредом при Кошкине, товарищ Ходжиков? Почему при Кошкине? Я уже полтора года на заводе, товарищ майор. Это они ничего придумали. Идти ночами, днями отстаиваться. Ну и как вам машина? Машина? Что надо. Да, скомпонована она. Ладно. Но не красавец. Нет. А это с непривычки. Вот мне тоже казалось, лучше БТ-шек на свете ничего нет, пока у нее за рычагами не посидел. Да. А почему бы вам самим не попробовать на ходу? Нет уж. Хватит с меня этой самодеятельности. Я уж на полигоне, как полагается, с препятствиями, с хронометрией, с точными замерами, как говорится, под протокол. Как же они двигатели заведут? Часа два стоим, застыли. Они любого верблюда заведут. Мастера. Галина Юрьевна, а щи немного не того. Молчи, Жора. Щи как щи. Мы вроде как солдаты на марше. Горячо и ладно. Ну, история. Вот возьмем меня. Месяцами из цеха не вылазил. Каждую гаечку облизывал. И каждой гаечке верил. А мне самому не доверяю. Мне, человеку. Батя, у тебя лицо хитрое, как у эксперта. Ты циц, эксперт. Ты эксперт. Тебя еще и в проекте не было, босика. Когда я под Каховкой на белогвардейский танк с голыми руками ходил. Называлась та английская бандура Большой Томми. Ничего, справились. Дядя Гриша. А? А это вы к чему? А к тому, может, мне моего сына в этот вот танк сажать. Ежели что, Шурея. Ну, бать, напугал. Надо будет сяду. Испуг, дядя Гриша, понятие сложное. Вот был у меня один товарищ. Ну, огни и воды прошел. Да не на полигоне, под огнем. Танкист. А вот теперь не могет. Здесь как-то случайно встретились. Гляжу, вроде он, а вроде не он. Вот ты ему справа с печатью дай, тогда он сядет в танк. А так ку-ку. Вот такие бублики. Был человек, стал печать. Печально, но факт. Ешьте, Павел Иванович, ешьте. А на наших внимания не обращайте.
Они за машину как за невесту переживают. Вы, наверное, действительно не хотите вмешиваться в наши дела. Не имеете права, да? Я-то вас понимаю. Вы ведь как мой благоверный. Есть приказ, горы свернет. Нет, мизинца не шелохнет. Так правильно. Ведь главное что? Беречь нервы. Благодарю вас. Сыт. Слушай, машина не виновата. Машина во. Это я виноват. Не рассчитал. Но как я шел? Как я шел? Мечта. Ну, помогите мечтателю. Михаил Ильич, главный фрикцион полетел к чертовой матери. Надо свободный ход увеличить, тогда еще, может быть, дотянем. Эх, вот тебе и бублики. Моя вина. Не успел сказать майору, что в тяжелых условиях положено трогаться с места с бортовых фракционов, с включенным главным. Он, видать, сто раз. Стопорил, сто раз рвал, вот и перегрел. Покалечил фракцион. Надо продумать точную инструкцию для армейских механиков-водителей. А он что? Он же привык к легкому танку. Поднажал, рванул, а у нас и вес другой, и центровка иная. Для нашего танка надо людей переучивать. Сперва до этого в Москву надо доехать. Сейчас пойдем. Фрикцион кое-как отладили, а там видно будет. А выдержим? Трудно, конечно. И это как жернова ворочать. Само собой.
Надо поворотим. Только теперь не идти, а ползти будет. Михаил Ильич, а что если одну машину по боку вместе с тягачом? Они ведь еле дышат. По нашим следам ползают. А мы на исправные. Я сбит вам на рычаге, а вы на башню и рванем. А если бой? А если танк подобьют? Вы что, так его и бросите, да? О чем говоришь? Ясное дело, нет. Но ведь где он, этот бой? До боя далеко. Не думаю. Да и вы не думаете, если честно. Если честно? Если честно, нет. Что ж, Григорий Иванович, вызвал, а на месте нет. Третий час ночи. Ну, может быть, самого куда-нибудь вызвали. Ты что-то знаешь? Да нет, я просто догадываюсь. Товарищи, Григорий Иванович звонил из Кремля. Скоро будет. Просил извинить. Адъютанта себе подобрал. Никогда не поймешь, что у него на уме. Дипломат. Ну, ему иначе никак нельзя. Тут бывает... Такой изобретатель прорывается. Без дипломатии никуда. Кстати, не такой уж этот адъютант и безразличный. Если чай с лимоном, все, дело кислое. А наоборот, обстановка благоприятствует. Что-то не видно чаю. Степаря тоже не видно. Почему он не приехал? Испарился. Он у меня, знаешь, зигзагообразный. Как только учует, что дело керосином пахнет. Тут же и все. Так, может быть, заменим? Да нет. Такой хитрован на заводе нужен. Если бы не он, между прочим, мы бы новую броню для 34-ки до сих пор ждали. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Иванович. Одну минуту. Володя. Ну-ка, внеси поправки. Список пропусков на показ техники. На 17-й. На конструктора Кошкина, на двух механиков-водителей из Южного завода и обе 34-ки. Угу. Так, все. Хорошо. Ваша работа. Да. Хороши. Добились. Ну, смотрите. Ваши изделия я сам буду принимать на полигоне. Если что не так, глядите у меня. Григорий Иванович, а что он сказал? Иосиф Виссарионович? Товарищ Сталин сказал, пусть идут.
Михайлович, да не расстраивайтесь вы так. Доберемся до первой станции, выбьем платформы, погрузимся и в Москву. Устал? Я устал? Мне на вас смотреть трудно. Разве это ваше дело в железке коченеть? Вы думать обязаны в мягком кресле. Слева кнопочка, лампа, справа карандаш, перед вами чертеж. Нажал на кнопочку, нужен тебе справочник. Нажал другой раз, кость со сливками. А рядом весь инженерный штат на вытяжку. Ну-ка, голуби, а? Что? Ну, работать не умею. Вот так, Михаил Ильич. Уж не в конструкторе ли ты метишь? М? А что, думаете, не выйдет? Ну? Я ФЗУ закончил. Я еще подучусь и... Завели. Да успокойтесь вы, наконец. Ложитесь. Ну? Как же это я? Надо остановиться и сменить главный фрикцион. Все должно быть честным, Михаил Ильич. Машина не виновата, виноват я один. Ремонт на марше? Нет. В Москве заменим. Спасибо. Болит? Пустяки. А, как она вас лягнула, а? Машина. Да. Машина не человек. Не любит, чтобы ее... Прыли. Возмущается. А вы, Михаил Ильич? Я. Видите ли, Павел Иванович, каждый новый шаг в технике – это отказ от старого. От того, что привычно. От того, что считается незыблемым. Так сказать, единство и борьба противоположностей. Будьте любезны. Там сумка. Это еще зачем? Тихо. И все-таки я за то, чтобы остановиться. Но ведь мы же идем, движемся. Идти-то идем. Но если мы так пойдем, к 17-му не успеем. Я подсчитал. Вот смотрите. Средняя скорость колонны резко упала по моей вине. 4 часа в сутки на непредвиденные задержки. Минус световой день. И тоже. Не успеваем. Не успеваем, Михаил Ильич. Значит, пойдем днем. Товарищ Кошкин, вы беседу с командно-преподавательским составом провели, как конструктор. Для беседы нет времени, через полчаса выступаем. Михаил Ильич, я как врач категорически против. В чем дело? Люди устали. Столько дней этой тряски, холода и бессонницы. Я требую хотя бы сутки отдыха. Вот, и беседу провели, Михаил Ильич. В Москве отдохнем, Галина Юрьевна. Ну что, может, вам еще и рот открыть? Язык показать, а, сказать. Да как же вы на ногах-то стоите? Что это? А, это в клубе.
Показываем курсантам гитлеровскую хронику с танковым уклоном. Знакомим, кого бить придется. Вот это дело. Разведчики. Низкое моторное отделение. Ага, судя по габаритам, стоит горизонтальный дизель Круппа. Ошибаетесь. Они стоят авиационные моторы. Бензиновые. Я их хорошо знаю. Пушки-то у них 37 миллиметров. Не очень. Ну и что? Поставить покрупнее? Нет, не поставят. Почему? Что у них пушек нет? Пушки есть. Башни маловато. Мы же свою 34-ку рассчитывали с запасом. Сначала ставили 45 миллиметров. Сейчас 76. А в случае чего можно будет поставить помощнее. Ах, неужели мы опаздываем? К 17-му должны успеть. Да я не об этом, не об этом. Я не об этом. Михаил Ильич, в конце концов, мне совершенно безразлично, как вы относитесь ко мне лично. Но я врач. Я должна выполнять свои обязанности. Я требую, чтобы вы немедленно пошли со мной в санчасть. Да уйдите вы! Что, вы не замечаете ничего? Что с Кошкиным творится? Да погоди ты, что случилось, Галина Юрьевна? Вот он перед вами так держится. Он-то думает, что иначе ему нельзя. Ему отоспаться надо. Хотя бы сутки. В тепле. Он же не понимает, что он с собой творит. Погодите, ребята, как же так? Мы же 17-го в Москве должны быть. Как же сроки? Да погоди ты со своими сроками. Так и знал, что не выдержит. Ведь говорил же ему, говорил, батя. Ну, говорил, говорил. Такого человека, может быть, во всей России нету. Такой головы. Не успеем. Успеем. Если поднатужиться, прогреть его надо. Как прогреть? Ваньку его надо. Thank you.
Михаил Ильич! Я нашел дорогу. По столбам надо идти. Вон туда. Жарко. Почему так жарко? Что с вами, Михаил Ильич? Ребята! Есть! Давай сюда! Быстрее! Увидите его! Михаил Ильич! Быстрее! Держи его, Жора! Что ж, пойдемте. Михаил Ильич. Идемте, Михаил Ильич. Эх, не годится. Колонну поведу я. Товарищ замнаркома, майор Гаевой прибыл. Здравствуй. В каком ты виде, майор? Ты что, с зимовки? Виноват. Ваш адъютант не дал мне времени привести себя в надлежащий вид. Приказано немедленно, я прибыл немедленно. Ну, раз прибыл, садись. Отдыхай. Музыку слышишь? Смысл ясен? Не совсем. Справились мы с Маннергеймом. И без 34-х. Кончена кампания. Похож на дипломата? Не очень. Прием в германском посольстве. Немцы будут делать вид, что ничего особенного не произошло. Что вермахт за спиной Маннергейма не маячил. Где танки? Здесь, в Москве. На ремонте? Им ремонт не нужен. Проще, что, ни одной поломки? Была. Одна. Ага, вот видишь, была. По моей вине. По твоей? Точно? Точно. А где Кошкин? Что, не смог явиться? Нет, он заболел. Легким морозом прихватило. А кто же вел колонну? Я. Вот он что. Ты, значит. Я. И прошу учесть, Григорий Иванович. Я теперь за эту машину буду драться даже с тобой. Даже со мной? Даже с тобой. Интересно. Виноват, Григорий Иванович, но должен напомнить, у вас 20:00 прием в германском посольстве. А черт с ним, с посольством. Ну-ка, звони на 37-й. Там две 34-ки с Южного. Ну, мне хватит одной. Пусть гонят танк на мой полигон. Есть, Григорий Иванович. Что, военпред? Я за Кошкина переживаю. Товарищ замнаркома, орудийный расчет в стрельбе готов. Давай.
Бажите, сержант! Никак нет. Бью точно по цели. Бажите, я же приказал бить по отметкам. Вспомним молодость. Кошкин. Что он за чудо сотворил? Теперь будем ждать, когда явятся медицинские светила. Я сделала все, что могла. Вот и хорошо. Слушай, Михаил Ильич, мы посоветовались в наркомате. Производство твоей машины, конечно, будем налаживать на вашем заводе. Жалко, что сталинградский тракторный новый цех танковый пустит только в марте будущего года. Слушай, у тебя совесть есть? А что? Ты можешь оставить человека в покое? А вообще-то правильно. Не делом мы занимаемся. Показ назначен только на завтра. Так? Ну так. Так вот, вместо того, чтобы музицировать, я бы выяснил, кто против и кто за. И нельзя ли того, кто против, переубедить, чтобы он был за. А, против машины? Он в машину не верит. Не веришь в машину, не веришь. Послушай, Александр Николаевич, да вы как дети, честное слово. Ведь ничего же еще не известно. Да все известно. Ну, что тебе известно? Ну, известно. Что тебе известно? Да все известно. Мы в Москве, и этого мало? Мало. А ты лежишь, больной. Вот именно. Ну, то почихаю и встану. Слушайте, шли бы вы все отсюда. Ну, еще чего. А вы лежите и помалкиваете. Ну, я вас очень прошу. Правда, пошли. Терпи, Михаил. Будь здоров. И все. Теперь это самое главное. Пошли. Пошли, ну вот. Больше я вам не нужна. Пора уходить. Вот и все. Что все? Все. Спасибо вам. За что? За все. За то, что вы есть. Были все эти дни. Я как будто родниковой водой умылась. А здорово мы все-таки шли, правда? Нормально. Для вас это, конечно, нормально. А для меня нет. Наверное, в жизни каждого человека должны быть такие дни. Только потом трудно. Понимаешь, что жить так, как раньше, нельзя. А как жить дальше, и сама не знаешь. Да. Товарищ Кошкин? Да, это я. С вами говорит Рогозин. Здравствуйте. Спасибо за машину. Надеюсь, показ в Кремле пройдет хорошо. До встречи, Михаил Ильич. Выздоравливайте. Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша. О, батя, я пойду одеваться тоже.
Давай, давай, сынок. А? Наковыряли. А чего добились? Чего ковыряли? Мало мы сами на крепость долбали. Битов, да. Ты там на разворотах полегче. Ну ладно. Брусчатка, скользит. Как я выгляжу? В норме, в норме. Ну. И смотри мне там, не зацепи что-нибудь историческое. Ну, царь пушка, это мы макил. А вот тебе хихоньки, а тут сердце колотится, как заячий хвост. Раз. И гляди мне, темень, ночь, не увлекайся. Груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокой, на берег крутой. Войдите. Товарищ Кошкин? Да. Михаил Ильич? Да. Простите, с кем я имею честь разговаривать? Адъютант замнаркома обороны товарища Рогозина, капитан Голубовский. А, Григорий Иванович, чем могу быть вам полезным? Вас ждут, Михаил Ильич. Простите, я не понял. Я только что из Кремля. Ваши танки, Михаил Ильич, это чудо какое-то. Да. Машина внизу. Прошу. Простите, мне бы переодеться. Хорошо, я подожду. Прошу, вот мы и пришли, зайцы-ежики. Прошу, спасибо. Ваше местечко. Разрешите пальто. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Располагайтесь. Отдыхайте. Счастливого пути. Спасибо. Ну, как вы тут устроились? Наше купе рядом. О, малышка. Обрадуется. Михаил Ильич, можно я у вас тут посижу немножко? Конечно, буду очень рад. Пожалуйста. Мой благоверный что-то сегодня разговорился очень. Наверное, радуется, что так все обошлось. А, вот вы где. Ура, Виктория и все такое прочее. А ведь победу отмечать надо, Михаил Ильич. Антон, человек устал. Да нет, отчего же. Победа есть победа. Правильно. Значит, за нашу удачу. Что-то я не слыхала такого имени. Антон Степарь в списках конструкторов. Ну, что есть имя? Звук пустой. А вообще-то несправедливо. Да. Что именно? Почему авиаторов знает, о вас никто? Истребитель Яковлева, бомбардировщик Туполева. А почему бы не сказать по всей стране? Есть танк марки Кошкин-34. А? Нет, все-таки как-то не очень. Вот представляете отчет о будущем параде на Красной площади? Внимание, внимание! Под грозный гул моторов и лязг гусениц на площадь вступает батальон Кошкины. А? По-моему, смешно. Смешно. Что с вами, Михаил Ильич? Пойду пройдусь. Ну что, не нравлюсь? Распетушился. Опять завидуешь? Ну зачем ты так далее?
Я действительно хотел делать этот танк. И я буду его делать. Клепать тысячами. Теперь-то вы все будете. Вот когда ты такая, я боюсь. Чего? Что я уйду? Да. Не бойся. Слушай, а ведь как хорошо было когда-то. Ты же был веселым человеком, Антон. И ничего не боялся. Что с тобой случилось? А может быть, с нами? Может. Кому я нужна? Я с тобой была, есть и буду. Правда? Конечно. Извините, а попутчик-то ваш, граждане, в Москве остался. Бежал по перрону зайцы, ежики, так, как будто что-то оставил. Чиркуть не желаете? Весна-то, братцы, как дружно взялась. Вот и кончился наш поход. Битов, расскажи-ка еще разок, как в Кремле-то было. Да не торопись, давай по порядку. Да он чуть не помер от переживаний. О, я-то так, как ослеп. Переживания-то знаешь какие? Нервы. Ну вот. Ну, встал в трех шагах, как положено. Пятки вместе, носки врозь. Стою, вижу, разворот. Разворот показали, а потом разошлись и... Лоп-лоп, раз. Так это что, на таран, что ли? Ну. А, ничего себе. Я ж потом на тормоза, из-под гусениц искры полетели. Ну, не тяни ты, что ты тянешь? Ну, они подходят, спрашивают. А я что, я одно заталдычил? Хорош машина, хорош машина. А хорош... ты сказал, юкши. А, заклинило. Ничего другого сказать не могу. Потом Михаил Ильич подходит. Мне махнул рукой, так улыбается, бледный. Ну, разговоры пошли, спрашивают, задают вопросы. О, Михаил Ильич. Слушайте меня, братцы. Для того, чтобы запустить машину в серийное производство, нам надо намотать 3000 километров. А поэтому я предлагаю идти назад своим ходом. Распутиться. Вы ведь наш чернозем знаете. Это потруднее, чем по зимнику. Михаил Ильич, да мы вам эту 1000 километров вокруг завода намотаем. Посуху. Так-то оно так. Но это не приказ. Это просьба.